Я надеюсь, что это не просто отдельный какой-то год, а образование является приоритетом для нашего государства, для нашей области, и мы, несмотря на сложности в бюджете, будем продолжать выделять значительные средства для развития образования. Ну еще я надеюсь, что в этом году правительство Вологодской области в соответствии с указом президента внесет в областное законодательное собрание проект закона о повышении заработной платы учителей, и мы его, безусловно, поддержим.